Профессиональный праздник сегодня у сотрудников Росгвардии. Эта структура была образована всего 3 года назад по указу президента. До этого 27 марта отмечался как День внутренних войск. Исторически дату связывают с образованием батальонов внутренней стражи при Александре I. Спецназ МВД, СОБР и ОМОН. Сегодня Росгвардия объединяет элитные части. Бойцы всегда на передовой, будь то охрана важнейших объектов или борьба с терроризмом. Заслуги личного состава отметил Владимир Путин. Росгвардия достойно продолжает и развивает лучшие традиции внутренних войск МВД. Подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной службы. Такая преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед вами. Вы на переднем крае в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. Благодарю вас за службу. Желаю успехов, здоровья, всего самого доброго вам, вашим родным и близким. Глава Росгвардии Виктор Золотов тоже поздравил коллег. Они, по его словам, честно выполняют свой долг перед Отечеством и обеспечивают мир и спокойствие, в том числе и ценой своей жизни. Действующие сотрудники и ветераны сегодня возложили цветы к памятнику воинам правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей.